Сейчас мы покажем, как должна лить форсунка после ремонта, сколько и как. Вот шприц такой, 5 миллилитров. Норма должна быть 5 миллилитров. Посмотрим сейчас. Мы включаем. Движок выровнялся, да? Сколько прошло? 25. Ну, пускай 25, 30 секунд прошло, да? 30 секунд. Три кубика. Минута. Слушаем. Ровно 5 миллилитров. Это норма для топливной аппаратуры Delphi Ford Mondeo 2.0 TDCi 2004 года, уже рестайлинговый. Вот так вот. Так что за минуту должно лить 5 миллилитров за 60 секунд, за минуту. Вот, за полминуты, соответственно, 2,5 кубика. Вот, все. Это нормальная работа. И, кстати, в чем нюанс? Форсунки две неисправных. Но зачастую Common Rail Delphi из-за замены даже одной форсунки с нормальным оригинальным мультипликатором машина выравнивается, начинает работать, то есть лучше, чем была. Потому что движок вот так прыгал. А ну, Вань, заведи еще раз. Как видите, движок работает. Я так скажу, на троечку работает, на 3 с плюсом, вот, потому что вот бутылка это датчик детонации, вот. Хорошо, ребят, всем удачи и благословений, хороших выходных, до побачення.